Всем привет! Вы с Аленой. Вечерние включения, да? И сегодня мы с вами говорим на такую тему, как быстро выйти из кризиса. Мы с вами говорим про кризис сегодня финансовый. Почему финансовый? Ну, потому что давайте актуалочка, то, что сейчас происходит в мире, не будем на это тратить свое время. Я бы сказала, что для того, чтобы справиться с этой ситуацией, для человека важно понимать самую-самую простую вещь. Как на меня влияет кризис, как я его переношу и как я собираюсь с этим всем справляться. Есть ли у меня силы, есть ли у меня ресурс, есть ли у меня желание, есть ли у меня возможности. Или я, собственно говоря, нахожусь в какой-то рутине, которую сам не понимаю, как управлять. Проще про кризис финансовый. Если вы не нашли для себя заработка, не нашли для себя профессию до этого, то это супер-супер вам помощник в дальнейшем, что нужно сделать, чтобы скакнуть в другой мир другой ногой. Это супер тема, друзья. Сейчас вы очень быстро сможете понимать, куда вам направлять время, энергию, деньги. И все. И каждый раз, когда вы хотите, очень хотите исправить ситуацию, вам важно понимать, что дает вам нахождение в том состоянии, которое вы сейчас испытываете. Финансы приходят на жизненные силы, на энергию, на то, чего вы достойны. Будьте уверены, друзья, в том, что вы сможете двигаться в том направлении, которое вам необходимо. Можно ли просто зарабатывать деньги, ничего не делая? Нет. А нужно ли выбирать для себя какую-то сферу? Обязательно. А смогу ли я в этой сфере получить быстрый результат? Кто знает. Но чем быстрее ты сделаешь себе шлепок, толчок, иди, начинай, доставай, подавай, тем лучше ты будешь себя чувствовать. С тобой Алена, ты на моем канале. До новых встреч.